Решили мы покушать пиццы. Пиццы с музыкой, с веселой, наверху где-нибудь присесть. Я тут не хочу, пошли выше. А он не берет в этот. Пришли мы рядом с нашим отелем кафе. Называется как оно? На дереве. Звали мы его на дереве. Третий этаж, аж есть прям на дереве. Третий этаж, мы на дереве сидим, вот оно внизу, тут машинки бегают местные, всякие туда-сюда. Заказали мы пиццу, заказали мы кальмары. Кальмары и заказали мы лазанью. Лазанью, вот. Сколько нам все это обойдется, позже снимем. Пиво еще заказали. Плюс 10%. Фи 12%, да? Живая музыка, суетятся, бегают, бар. Такое уютненькое, маленькое кафе, такое, вентиляторы. Большое, уютное, я имею в виду по этажам. Внизу этаж, вверху кальянная здесь. Кальянная. Так вон кальян несут. Зашли соседи наши с номера здесь. Кальян курят, любят кальянами. Крокодил. Подали нам кальмары с осьминожками. Да? Ну, осьминожки. Нет, там был рисунок кальмара и осьминожки. 280 рупий. Или как там это? Песо. Ну, мы половину съели, забыли снять. До этого. Два лимончика. Ну, в общем, тарелок нормально. Сейчас должны дать нам еще пиццу. Должны дать что еще? Лазанью. Слушай, это же так много. Мы сидим. Как тебе осьминожки? Если не пробовала, я кальмары пробую. Короче, классно. И осьминожки, и кальмары. Это зажаренные в кляре. Всегда забыли снять, когда нам все это дело подали. Вот это была лазанья. Два куска таких мы снимем. Это пицца. Ребята, обалденно. Рекомендую. Вообще супер класс. Креветки, грибы. Вот креветки, креветки, грибы, помидоры, оливки и сыр. Грибы? Ну вот все пересечено, вообще прелесть. А лазанья? Ну лазанья, все знают лазанья. Вкусняшка. А пицца сколько стоила? 270. 270, лазанья? 320. 320? Самая дорогая лазанья получилась у нас. Вообще прелесть, ребята, рекомендуем. Кафешка на третьей линии стоит. Рядом отель 357, мы там отдыхаем. Как-то так. Пока-пока. Живая музыка. Последний, окончательный. 1130. Вот мы взяли шикарно два пива и 1130. У нас просто супер. У нас осталось, мы не съели. Еще живая музыка плюс. Вообще супер. Классная кафешка. Рекомендуем. Пока-пока. Вышли мы из этого кафе и зашли рядом, буквально два шага сделали, попали еще в одно кафе. Думаю, что тут народу так много сидит, да? А сейчас дайте-ка нам ценник-то, блин. Меню, да. Дайте-ка нам меню. Дайте нам меню, друзья. Они говорят, да, хорошо. Это вообще вот кафе у нас вот здесь. Вот, вот сейчас покажу, покажу, сейчас покажу. Вот, выходишь и сразу попадаешь в нашу гостиницу. Вот, это наша гостиница. А это кафе рядом у нас. Сейчас идем. О, привет. Можно эти заказывать. Сейчас посмотрим. Что получается? 100 песо. 100 песо. This one. This box. А, вот. А, все по 100. Короче, ребята, вообще, смотрите. Вот так. Вот все, что здесь, все по 100. Все, что здесь, все по 100. Вот это все по 100. Это прям рядом с кафешкой. 3, 5, 7. Выровняй текст. В чем просит? Перезагрузи ты его. А, нет, ему темно просто. Да. Потом, а дальше идут цены. Слушай, мы куда-то ходим, не поймешь куда. Вон оно, рядом все. Вы это смотрите, ребята. Вот. Тут
это конец третьей линии. Вот рыба какая-то. Я понял, я весь сейчас ценник весь проштудирую. Кому надо, там остановит. Вот еще, вот смотрите, тут вообще шикарно. Тут что цены? Так. Рядом с нашим кафе. Офигеть, там берут за то, что музыка живая. Живая музыка была. Ну, посмотри, вот креветки тоже есть. Ну ты изучай, я пока пишу. Вот. 250, 280, 300, это самое. Суп тут нет. Суп есть, посмотри, суп. Обед. Вот, ребята, так. И вот так, смотрите. Даже тут есть бизнес-ланч 100 песо, который все там блюдо. Ну, короче, вот так вот тут вокруг. Вот, по-моему, вот это суп, смотри. Смотрите. А дринк? Да, дринкс. Коктейль, дринкс. Коктейли. Водка. Туда. Тут написано так и так. Смотрите. Спиртное. Good price. Вот. Смотрите, ребята. С нашим кафе рядом. Good price. Супер. Завтрак. Завтраки здесь вот такие, ребята. С 6:30 до 10. Завтраки. Это панкейк. Вот так, ребята, так что можно и завтраки здесь. Вот такие. 6:30 AM open. Until 10. Then lunch starting at 11:30. To 11 close. Разные. Разное время. Нет, туда? Но это же завтрак, обед и ужин. Да, да.